It's not real. I don't even wanna go back home. What is this love and war? He know that I love him, got him fucking me raw. He know I ain't with it, never did it before. He got me all in my feelings, now he got you all in yours. Ooh, it's like that. He ain't never leaving, knew it coming right back. I know that he need it, cause shorty gon' bite back. And he don't want nobody else sitting in like that. Before I die, I'm tryna fuck you, baby. Hopefully we don't have no babies. I don't even wanna go back home. Hopefully you don't leave. Я думаю, что мне тут шуршит, а оказывается у меня здесь какая-то ткань. Кулинарный выпуск. Посмотрите, какое чудо мы просто сделали. Мы? Машуля в большей степени все делала, но я очень сильно помогал. Итак, смертельный номер. Не переключай, не вздумай. Они что, приклеены? Если эти все упадут, это будет смешно. Ты можешь силой мысли делать их. Универсальная модель. Можно... Как бы есть, но как бы и съесть нельзя. Давай повесим вот так вот. Как картина. У меня у бабушки такое висит. Приходите к нам. На печенюшки или что. Решил Маша сделать... Сюрприз. Мы поедем сегодня гулять. Она не знает куда. Мы едем покушать. Всем привет. Новый влог. Мы идем кушать, идем гулять. Куда идем, непонятно еще. Маша вообще не знает, куда мы идем. А у меня вот такой халат. Я помню фотографию. Фотография есть, где папа стоит в такой рубашке. Прям надо это попросить, чтобы фотку папа нашел. Он стоит в такой же рубашке. Блин, да она даже цветом такая же. Короче, вот эта рубашка прикольная. Обновочка теплая. Мы показывали в прошлом влоге. Вот, теперь я буду в ней ходить. Уже время, а Маша до сих пор не оделась. Наивная девчонка. Подумала, что я ее сниму. На самом деле уже, да, мы опаздываем. Мы должны были в 30 минут выходить. Но уже 40, мы стоим, все ждем. А у нас снегом снежно. Маша потерял что? Алло. Здрасте, бар. Бар? Ладно. Пойдемте. Мы пришли, значит, в самое крутое место, где готовят мясо в Питере. Здесь вот так вот выглядит все. Значит, бабушка с бургер. Ну, в принципе, прикольное заведение. Выглядит как бар, какие-то книжки. Можно почитать с вами. Какой большая это, советская энциклопедия. А? Легендарный подарок настоящему ирландцу. Почитаем? Понял, что ли? Опа, ствол украли. А, но меню оставлять желать лучшего. Типа я не понимаю, как вот это все выглядит. Ну, то есть, есть, допустим, стейк лосося. А как он выглядит? Мне нужны картинки. Это понятно, что стейк лосося. Это самое, что можно найти. Красную рыбу, вот это вот. Это самое очевидное. Хорошо, и как понять, это... бабушка бургер? Вот, это да. Как понять? Не знаю, ребра, гриб, соус, печки со сливочным пюре. Заказали непонятно что. Она даже не записала, она просто такая, ага, угу, ага, ага. Смотрите только, там медиум, жарко, хард. Я так уверена, говоришь, медиум. Медиум — это среднее прожарство. Среднее, а среднее — это, значит, не до готовности. Что ты мне говоришь, когда я готовлю мясо? Говоришь, твердо. Ну, я а не знаю. А медиум — это твердо. Ну, все, короче, мы заказали полную прожарку. Если вам интересно. Мы заказали black steak из вырезки. Непонятно какой, правда. Потом ребра гриль с соусом Джек Дэниел. А мы не заказали этот гарнир. Гарнир не заказали. Я извиняюсь перед всеми, кто не ест мясо и кто является вегетарианцем. Простите, пожалуйста, мы сегодня будем поедать мясо так жадно и так. Вот, кстати, коровка. Да, и... а вот такое у них мясо. Такое чувство, как будто мы где-то в Техасе. Да, почитаем что-нибудь, тут целая библиотека у нас. Всемирный энциклопедический словарь. У нас дома тоже есть книги, почему ты не читаешь? 60 тысяч словарных статей.
нам принесли вот, вот такую тарелочку с картошкой, соусом и целую кружку антибактериальных средств. Сейчас это очень важно, я считаю. Круто. Пока что лайк. Люди, у которых есть домашние животные, объясните, я понимаю, что не все, но объясните те, кто не убирает за своими животными. Мы сейчас стояли возле больницы, там стоит лужайка, где, скорее всего, выгуливает собака, там просто куски. А почему? Почему вы себе это позволяете? Убирайте, пожалуйста, за животными, это некрасиво. Вы живете не одни здесь. У нас сегодня по планам еще отснять новый выпуск про... Как они, пацанки? Ну, выпуск пацанки, я не знаю, что там. Там по превьюшке мы посмотрели. Превью — это краткий такой обзор, что там будет. По превьюшке мы глянули, там какой-то трэш. В общем, молодые девчонки, они занимаются ерундой, ведут себя как пацанки. Все рушат, кто-то там сидел в тюрьме, кого-то убивали, что-то... В общем, как вы любите, готовлю текст для больших тем, которые хочу раскрыть, поговорить о блогинге в России, какие есть проблемы, какие есть... Плюсы, минусы. Мы придумали, наконец-то, что делать с этой лампой. Напомню, скорее всего, я даже не делился с вами. Она шаталась. То есть, вот пришла нам лампа с Wildberries. Мы пытались ее починить. Мы пытались снимать на нее, но она вся дребезжала, шаталась. Никак не могли мы снять. В итоге, вчера я взял со своей обуви шнурки, и вы посмотрите, что я сделал. Я просто замотал. И теперь держится. Как сестра, тебе лампа держится, она все не шатается. Нам принесли ребрышки. Очуметь-то. Просто. Порция для кого? Для кита. Обалдеть. Сейчас мы будем это пробовать и делиться своими вкусами. Что? Что, как тебе? Вкусненько? Это обалдеть. Итак, ребят, нам принесли второе блюдо. На самом деле, это какое-то издевательство. Чтобы вы понимали. Это какой-то стейк, но тут наплевали просто на самом деле. Машуль, прокомментируй. Морковка упала. 910 рублей. 910 рублей за вот это. А вот та прошлая, которая была, вон там уже съеденная, она стоила 540. Вы подумайте. 580. А, да? Угу. Да, я взял большой 708, ставим. Там были соусы. И там были вот эти два соуса. Салатик, картошка фри, которую мы уже съели, правда. Но, в общем, вот это прям... Я забираю свои слова назад относительно этих двух маленьких кусочков. Это райское наслаждение. Вообще просто ты ложишь кусочек мяса в рот, и оно тает у тебя во рту. Это настолько невероятно. Я никогда такого вкусного мяса не ел. Мы объелись... Мы просто объелись. Больше сказать нечего. Это крутой ресторан, бар. Не знаю, очень вкусно готовят. Мне очень понравилось. У меня утки вызывают до сих пор удивление. Тут они на каждом шагу, как голуби у нас в Кустанае, да? Их тут очень много. Вы видите? Их очень много. И они большие, прям большие. Хорошо, утки. Блин, у меня блинчики есть. Ну, дома. Можно было покормить. Они сразу подплывают, думают, что мы их кормить сейчас будем. Конечно, они у них еды идут нету. Сюда, да, смотри, идут к нам. Под ними лед ломает, смотри. Они... Да. О, они к нам. Ой, сюда идут. Ой, так близко. Они прям здесь сидели, я сегодня шел обед. Я никогда не видел близко. Ты мне рассказываешь истории? Ребят, кто-нибудь скиньте уточку. Смотри, она сюда лезет. Она сейчас съест меня. Смотри. Ой, я боюсь. Падение уток. Там близко, смотри. Она хочет съесть меня, не хочет съесть меня. Да. Смотри, так близко, я никогда не видела. Мы созвали всех уток. Ничего себе. У меня ничего нет, у меня дома есть. Видите, что они поймут, что нет еды и сидят нас. Я хочу в Инстаграм.
What is this love and war? He know that I love him, got him fucking me raw. He know I ain't with it, never did it before. He got me all in my feelings, now he got you all in yours. Ooh, it's like that. He ain't never leaving, no, he can't.